Камиль решил все-таки подарить розовую розу. В следующий раз я хочу купить красный и черный штуку. Начинаем съемку с этим. Двух. Всем привет, ребятки! Сегодня мы собрались. Амина, ну что это такое? Привет. Привет. Кому ты сказала привет? Маше, Паше, Даше, Саше. Кому? Всем. Всем Машам. Всем. А Камиль передает всем Машам привет. Габи, ты кому-нибудь передаешь привет? А папа там роется в холодильнике. Я его застукала. Я попить хочу что-нибудь, блин. В холодильнике точно у нас нет ничего попить. У нас лимонад есть. Да. А, еще и в морозилке. Я знаю, что он там искал. Окей. Give me clap. Амин, ты не показала свой образ. Ребят, зацените образ Аминки. Напишите в комментариях, как вам ее образ. Она сегодня такая. Она как Золушка сегодня блестящая. В общем, зашли мы в цветочный магазин, в такой красивый, и решили купить Миланке цветы. Но у нас возник с Камилем спор. Я думаю, что вот эти цветы прикольнее. Они в корзинке, такие нежные, милые. А Камиль решил все-таки подарить розовые розы. И не согласился со мной. Да, молодой человек? Да. Как вы думаете, ребят, напишите в комментариях. Если бы мама, я купила бы красный. Да, он хотел купить вообще красные розы. Мне кажется, красные розы больше для взрослых женщин. Модно все. Все красивое. И фит его amazing. Amazing на всех. Еще медвежонка ей подарить? Давай. Вот это. Я считаю, что это просто не сравнится с таким вот красивым букетом. Ой, настоящий мужчина. Ну что, Камильчик купил все-таки розовые розы. Смотрите, какие красивые. В следующий раз я хочу купить красный и черный штуку. Для Миланки? Да. Baby girl, love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl, love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop. Общем, Света, Рома, Милана, все получилось. Я очень рад, что, может быть, наша с тобой дружба, подчеркиваю, дружба, дала нам сегодня эту возможность. Мы в общем, ребят, мы сейчас за кулисами. Поддержка!
концерта, уставшие. Серьезно? Печень. Девочки-красавицы. О, пиццу раздобыли. А ты что? Тебе не хватило пиццы? Нет, почему я не хочу? Ты не хочешь кушать? Возьми. Все, ребятки, мы сейчас идем спать. Что мы должны сказать в конце видео? Всем пока, всем спокойной ночи. А что надо сделать нашим подписчикам? Подписаться, поставить лайк и поставить колокольчик обязательно. Ребята, вы все слышите? Прямо сейчас ставим лайки, подписываемся на канал и... Всем пока! Все, идем спать. Завтра у нас съемка. Прикол, хотите? 7 утра. Давай. Макароны сварили. Во сколько вы это сделали? Не знаю. Мы очень рано проснулись. Да. Причем макароны Милана сварила в стакане. Смотрите на это. Вот это вот что? Они решили в ванной порешать. Я черное одеваю. Да, ты черное одеваешь. Стеша одевает розовое. Миланка тоже розовая. Вы сначала пойдите позавтракайте, потом. О, Камильчик. Доброе утречко. Всем привет. Сегодня у нас съемка в кампусе. Начинаем съемку с этих двух денчиков. Надеюсь, пока меня не было в кампусе, ты не успел. Ты ни на кого не заглядывался. Ну, твои слова. Твои слова. Твои слова. Заглядывался. Все, первый кадр пошел. Первый стакан пошел. Первый стакан выпит. Можешь забыть. Да, Камилечка. Что мы? Милана вернулась. Как теперь ты будешь подкатывать к Камилечке? Ты сама себя укусила? Камера, звук, приготовились, и бум, бум, и начали. Мальчики, где классный? Он уже давно не мог на связь. Я без понятия, я до него дозвониться целый день не могу. Лично я его видел последний раз вчера на баскетбольной площадке. В общем, что, у нас съемки идут, но так как мы скоро улетаем отдыхать, нужно сдавать на ПЦР. Найс! Девочки! Поддерживает Камиля. А что нам делать? На ПЦРчик. Да это вообще не больно. А, у меня таблеточка. Какая таблеточка? Нет, давай тогда Амину первую. Выплевывай свою таблетку, иди. Поддержка в лице Найса. Ничего не с Найсом. Заходите на мой канал в лайки, он называется Хикидон. Заходите и посмотрите на наши видео. Стол поднимай выше. Стол, делай. О боже мой. Вот у вас. Все. Подыши. Камиль. Во время того, как ветерной засовы, будет вдох. Изер покажет. Не убегай. Как малышка Ди превращается, не знаю в кого, в Диора. Малыш Ди. Малышка Ди превращается в малыша Ди. Крутяк. Прям реально щетина. Круто.